октября 2024 год. Ручей быстрый напротив паспортного. Работа по расчистке средних каналов идет полным ходом. Сами видите, что скоро будут люди ходить по дороге. Заросли, мусор. Вот такая расчистка идет средних каналов. Но я сейчас попытаюсь туда немножко спуститься на свой страх и риск и показать, что здесь происходит. Вот мусор, вот заслонки, которые здесь стоят. Они полностью заросли. Вода в канале есть, мусор. И вот сейчас прислушайтесь, идет слив воды. Ну вот такая как бы обстановка. Беспредел. И это власти говорят, что они расчистку делают средних каналов. Где? Сплошные камыши и заросли. Смотрите.